В самом начале это было, правда, хобби. Все пилоты собирались маленькими компаниями, по два, по три человека, еле находили себя в соцсетях, тренировались где-то в парках, в полях, где не было народу. А после этого уже стали мероприятия выходить на более большой уровень, и начались формирование команд в России. Было много команд, и наша команда стала первой международной командой от России на больших, крупных соревнованиях в мире. Самой большой проблемой для всех пилотов было, конечно, достижение хорошей картинки в очках, особенно в соревнованиях, где мы летаем по 8 человек. И аналог, который передается по радиочастотам, он постоянно забивает друг друга. Приходилось покупать дорогостоящую систему приема сигнала и постоянные помехи. Короче, ужас полный. Система DJI, мы ее протестировали еще даже в 2019 году, когда она только вышла. Она дает полную картинку, не аналоговую, а чистую HD-картинку на ваши очки, которая позволяет отлично погрузиться в полет и видеть все детали происходящего, когда вы летите. Также система FPV от DJI является самой простейшей в монтаже и установке. Система дает вам полный контроль над настройкой ее в самом дроне, так и у вас в очках. Если раньше нам приходилось брать компьютер, брать квадрокоптер, брать очки и все это настраивать в домашних условиях, где нельзя было настроить детализированно камеру, то в системе DJI у вас все настраивается через шлем, джойстиком сбоку вашего шлема доступны любые настройки контрастности, яркости и полное управление вашей камерой доступно со шлема. Также эта система отлично подойдет видеооператорам, которые сейчас управляют на DJI системах Inspire, Mavic и Phantom, которые снимают киношную картинку. Чтобы увеличить спектр своих возможностей, FPV-дроны делают более динамическую картину, и операторы ставят на нее GoPro и снимают сумасшедшие кадры, которые раньше могли добиться только графикой. Эта система дает полное погружение в полет и отличную детализацию. По сравнению с аналогом, это вообще открывает глаза любому пилоту на происходящее, и вы погружаетесь полностью в полет на любой локации и при любом освещении.